Любой талант, любое умение можно направить в полезное и доброе русло. Например, студентами Казани была проведена акция, направленная на сбор средств для 3-летней девочки Жарнаковой Вероники, которая срочно нуждается в операции на ноги. В один из дней я случайно серфила интернет и наткнулась на маму девочки, которая очень серьезно болеет. У нее операция должна пройти в Казани в апреле. Осталось буквально несколько недель, им еще нужно собрать 100 тысяч, даже больше 100 тысяч. И когда я увидела эту информацию, я поняла, что это срочное дело. У меня есть коллектив, который хочет работать, который хочет двигать вперед какие-то проекты, участвовать. В рамках мероприятия были проведены концерты от студентов КФУ, направленные на популяризацию благотворительности среди молодежи, и мастер-классы по танцам и воркауту. Делать добрые дела всегда нужно, помогать людям. Мне кажется, это очень благородное дело, выступать на таких мероприятиях. Мне кажется, их должно быть намного больше. Ну и для танцоров это просто эмоции. Мы любим танцевать. Нам нравится, когда публика смотрит на нас и просто зажигается. Им хочется сделать что-то такое же позитивное. А главное, Настя, это то, что мы делаем добро за добро. Мы выступили, мы выложились в полную силу, мы отдали самих себя вот на благо этого ребенка. Здорово, что есть люди, которым не безразличны нуждающиеся в помощи. Тем более, через творчество и любимое дело можно творить добро бесконечно. Адиля Валеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.